Те, кто сегодня утром прошлись маршем в поддержку воинов УПА, вечером собрались в парке Шевченко. Как все было, узнаем у Аллы Матюшок. Она на месте. Алла, сколько там людей собралось и что они делали? Добрый вечер. Около 3000 людей собрались у памятника Шевченко на уже традиционный марш Покров в честь воинов УПА. Среди них и бойцы батальона АЗОВ. Это две роты, около 200 человек. Некоторые из них только вернулись из зоны АТО. Це, скоріш, меседж українському суспільству. Ще раз згадати славу української зброї, бо нам дійсно є чим пишатися. І те, що зараз добровольчі батальйони показують дива відваги, хоробрості і мужності, це ґрунтується на міцній традиції. Построившись с колонны, участники марша двинулись через Крещатик к Михайловской площади. По дороге жгли фаеры, бросали петарды и дымовые шашки. Посмотрите, как это было. Шествие со взрывами и дымом сопровождала милиция, правоохранители шли рядом. Прохожие реагировали по-разному. Ужас, мне страшно, понимаете? Я хочу эти взрывы, я вспомню, что я опять дома, в Луганске. Мне страшно стало опять за внуки, давайте как. Молодь трошки больше выражает свои эмоции, но я вважаю, что ОПА – это наши герои. Так что они... Захисники, визволителі, ну і тому подібне. Тому що мене це не лякає. Сейчас учасники марша знаходяться на Михайловській площі. Здесь теж время от времени слышны взрывы. Їхали розходитися на пару минут. Я прошу прощения, но, к сожалению, что у нас связь не только с Востоком плохая, но и с центром Киева. Мы прерываемся. От Салы нет, к сожалению, связи сейчас. Если будет возможность, мы ее обязательно наладим.